Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. О таких говорят: вспыльчив как порох, или у нее короткий запал. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Носители этого имени отличают исключительные способности коммерческой деятельности. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Эти люди могут подчиняться обстоятельствам, но до определенного времени. Обладатели буквы П в имени смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Они нуждаются в любви, признании своих усилий и восхищении достижений. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Звук Н говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква П в имени имеет связь с переменами и оценкой. Значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.